В Вене состоялся концерт, посвященный годовщине победы Азербайджана в 44-дневной войне. Азербайджанская музыка прозвучала во дворце Лихтенштейнов. Мероприятие организовали посольство Азербайджана в Австрии, Государственный комитет по работе с диаспорой и Азербайджанский культурный центр. Открыл официальный прием посол Азербайджана в Австрии Равшан Садыкбейли, который рассказал гостям вечера об Отечественной войне 2020 года. Мероприятие продолжилось концертной программой с участием камерного оркестра Вены под управлением Ялчина Адыгюзалова. Прозвучали произведения азербайджанских классиков. Роскошный оркестр, наши потрясающие солисты и азербайджанское посольство, комитет по работе с диаспорой и культурный центр сделали все для того, чтобы праздник состоялся. И гости, переполнившие зал, стоя аплодировали музыке азербайджанских композиторов, нашим потрясающим солистам. Было это очень